Из истекшего корневого сертификата DST Root CIX3, который закончился 30 сентября 2021 года, сайты, использующие данный корневой центр сертификации, стали выдавать ошибку, связанную с отстающими часами, или просто ошибку, связанную с сертификатом. Для решения данной проблемы нужно установить новый корневой сертификат с официального сайта. Все ссылки будут продублированы в описании. Если вдруг данный сайт также не открывается, то можно запустить браузер в режиме игнорирования ошибок сертификата. Для этого нужно скопировать ярлык Google Chrome и зайти в свойства. В строке «Объект» после кавычек вводим данную команду. Под адресной строкой видно уведомление. Это означает, что команда сработала. Теперь сайт, несмотря на ошибку, открывается. Далее нам нужно зайти в раздел документации и нажимаем на ссылку Chain of Trust. Обратите внимание, что сайт на английском языке. Скачиваем сертификаты SRG Root X1 в формате DR и запускаем. В открывшемся окне нажимаем «Установить сертификат». Поместить все сертификаты в следующее хранилище, «Обзор» и выбираем доверенные корневые центры сертификации. Далее «Готово» и после нажатия «Да» сертификат успешно установлен. Теперь можно запустить браузер в нормальном режиме и проверить, открываются ли сайты. Как мы видим, сайт теперь открывается без ошибок. И видно, что просроченный сертификат заменился актуальным. Но есть еще один способ, который позволяет обновить все сертификаты, в том числе и тот, который мы обновили уже вручную. Нужно установить данные два обновления. Скачать их можно с каталога центра обновления Microsoft. Естественно, соблюдая битность системы. Устанавливаем обновление и перезагружаем компьютер. После установки обновления сайты открываются без ошибок. Если ролик вам помог, лучшая благодарность — это подписаться на канал. Спасибо за просмотр. Пока.